Ունորից բարև բոլորին, իմ սիրելի ժողովուրդ ջան ու դիտողներ։ Այսօր նորից մենք խաղալու ենք նորից Assassin's Creed երրորդ մասն ենք խաղում։ Հիմա մենք ֆրոնտիրում ենք, անցած մասում մենք տեսանք ինչ եղավ, ինչ որ պլաններ արդեն ունենք, որպեսզի այդ վտանգը սպառնում է, որ այս ժողովուրդը կվերանա, ֆրոնտերի ժողովուրդը վերանալու եզրին է, էլի։ Ուրեմն ես Բրիտանիան, հա, ուզում են իրենց զորքերը մտցնեն Ամերիկայի ափերն են, էլի, սրանք էլ ուզում են այստեղ մտցրած լինեն, սաղ Բրիտանիայից գալիս են այստեղ։ Այսօր մի քիչ երկար կտևի վիդեոն։ Используй метель, чтобы действовать скрытно. Ты передумал? Нет, но придется действовать осторожно. Ну, ступай, я постерегу здесь. Можно укрыться в повозке. Оп, сторонцы мертвы. Он сам себе просто. Այդ մտելա աձելի մեջ, ով։ Դավ է տակ-տակ պախկվելը, որ ճիշտ ասեմ։ Չո ֆուրգոնը, ничего не утаивай. Ладно, сейчас две бочки соли, дюжина фунтов свинины, 10 говядины, 7 дюжин яиц, 16 голов сыра, не французского, 5 бутылок виски, новые мундиры, сапоги, кожа для заплат, одеяло, кураж. Что еще? Все. Это все. А все что-то жварали, лежало лучше. Չգիտեմ, պրավալ կտամ նախացած վիդեոյի պես թե չէ, պես դժվար է լավ։ Эти пушки могут помешать. Может устроить диверсию? Да, конечно, устроим. Ты можешь это? Эли. Именно диверсия никому. Пахкови. А на права не стали. Как он объяснил это? И он подался. Пахкови. А, да, парни. Вот им тхагаться, как им дебилота. Չի ուզում բախկովի։ Խոտերի մեջ ես, հետում չի ուզում բախկովի համբալ, արա։ Эти пушки могут помешать. Может устроить диверсию? Արի, արի, կեզի սպանեմ, պրծնեմ։ Սյո։ Մի հատ էտ շարժվես, վապշը կուտես բերմի, տա։ Дескать, дать французам отступить, значит только отсрочить неизбежное и дать им преимущество. В этом есть резон, как ни жаль это признавать, но как он не видит, что это не выход? Мне это тоже не помогло. Наши силы разобщены, дом далеко, а Брэндон жажды кролики неосторожны. Он рискует жизнь. Я не хочу нести словом и матерям дурные вещи, потому что бульдог решил стоять на своем. Где теперь генерал? На смотре воин. А затем мы выступаем к форту Дюкен? Рано или поздно. Марш на север тоже займет время. В штабной палатке есть копии планов, если желаете взглянуть. Ну, хоть этому придет конец. Я пытался. Я знаю, друг мой. Знаю. Карта бы мне не помешала. Надо ее найти. А
Айкора. Слышь, нубом есть. Эти пушки могут помешать. Может, устроить. Эй, ты! Стой! Ари, чем это? А с кем спасла? Хорел здесь чем? Че, есть это чем? Дескать, дать французам отступить. А как я сильно кань? Отсрочить неизбежное и дать им преимущество. Чем заняться? В этом есть резон. Как ни жаль это признавать, но... Фу. Как он не видит, что это не выход? Мне это тоже не по нутру. Наши силы разобщены, дом далеко. А в рыбах даже кролики не осторожны. Он рискует людьми. Я не хочу внести в дом, что мы теряем дурные вещи, потому что бульдог решил стоять на своем. Где теперь генерал? На смотре войск. А затем мы выступаем к форту Дюкен? Рано или поздно. Марш на север тоже займет время. В штабной палатке есть копии планов, если желаете взглянуть. Ну, хотя к тому придет конец. Я знаю. Я знаю, друг мой. Знаю. Карта бы мне не помешала. Надо ее найти. А ну вернись, мерзавец! Ասցրին, ես քանը պրավալ էր է թարո ժողջան։ Ստելի ստրաժնիկ կա։ Շկա։ Վրոմեր ես կոմարը։ Ցելնելու տեղ կա, որ չջոգեն։ Դե մի հոգի աստրաժնիկը խփնել են։ Բայց չէ։ Նոթ։ Արան դե մի հատ էր։ Господи, да что тут? Ստե մի հոգի էր, ուզում եմ դուրս չջոգեմ, էլի։ Այս դու հանգստ գել։ Հետո։ Որը սուր էինք ընգնում, մամա թերեզը։
Ну что? Брэдок уехал смотреть войска. Они выступят к Дюкену. Но пока они не готовы, у нас есть время все обдумать. Не нужно. Устроим засаду здесь, у реки. Иди собирай друзей. Я позову своих. И дам знать, когда будет пора. Сопалтеря змелин или... Մենք կմիցիս թում այդ հանգն դղջող չեմ Շոտ հեռու է Չէ գտանք Լավնա չեք կլինոքները Դե չէ գիտեք ես աթևի տակից հադուրս գալի Ora John, kora, kasa ziyov getank. Sıkh vor dzika gon. Tyan ish tuin tegh. Կարամ այդ զնք ուեկալ, չեմ նա չեմ ուեկալ, ապսեսը, նան փող են է տովը, փող են տովը, ապսես այս մարդկանց, բայս ունի, կարամ սիրեմ, հա, չի կծում, չէ, լախ սիրեմ, սիրեմ, արա սիրեմ, արա սիրեմ, արա սիրեմ, արա սիրեմ, չի ուզում, դա զի չկա, Неужели дичка? Кату, а ты себе нахачума? Али сидим, али попушчан. Если черкаться, мы с кату не сразу мы к смыслу. Мяу, к спаку. Али дичу не кара. Фото в гнал кала дежварчи цирамар. Станели мы чё, мечо вейту мэс? Фото рет салдерка я капу. Ясно салдерка, али шпандерев хосун. Ничего не асун, сасулка. Շլավար այդ մենք բոստն ժողովուր ճան։ Վրոնցերս կոնե մի ժամանակով դուրս կգանք, այդ մենք մեր տղեքին բերենք են մեր հանցախմբին։ Որ էթանք գանք վրոնցեր ավելի ճիշտ։ Ու այդ վրեդըքի բանը, պլանը չեղարկենք։ Վրեդըքին սպանելու ենք, ասեմ իմացեք։ Ձև չկա այս անգամ չսպանենք, այն անգամ մեղքներս եկավ չսպանենք, այս անգամ սպանելու ենք վրեդըքին։ Բու Վաղցան Հայա ագրավներ եկա Չաղլագա չէ վազում Բա ասասինը է Սինած եսի իսրեն ուր դուց ասասին Եսիս պրոստը մարդասպանը Սին նա ինչ թույն պարկուր ռայթում Ո Ո Այդի է դզում որ առաջ ձերների թրնում է Սա կսում ենք լողանակ Հայ չկսվես, չկսվես Սարը սատկես, արա, թոգավոր մնգնես, մինինգիտ Այս տեղով մենք պարգուր անենք Ահ, դեպիլ Այսը կտո տակոյ Ահ, հինգ ամիս հետո ես ֆրոնտիրում եմ մնացել 5 ամիս Տաբոյ պրիյուտ նայդյով զեմլե սրոյ Բրավո Трудитесь, да? Как ты? Пора в путь. Мой лагерь на севере. Иди туда. Господа, нам пора. Все. Кани окей, хинг окей, ты ведь. Ведь. Чарльз уже.
Չարզը չկար, բա ուրա։ Բեց հոգի պիտի լինեք, արա գյադիկ։ Գյադակ յուտա։ Սպերվա խովոտը։ Теперь жарко что-то. Чарльзи ничего яга чика, не ягаться чика чеке. Сыра, просто болото ей богу. Я уже не говорю о москитах. Состав мельтеви масштабнее, или? Уверяю, скоро нам будет не до жары и мошкары. Что? Из-за бульдога? Еще немного, и мы понаделаем в нем дыр. А где ваш парень? Увы, ему пришлось вернуться в полк Брэдека. После нашей выходки бульдог вряд ли будет ему рад. Лина плетет ему, что я ни на что не годен. Он ловок со словами, особенно когда дело доходит до лести. Его примут с распростертыми объятиями. Пасторин лав яганакен спасы в нормаль карвене. А у нас там будет друг. Ես էլ լիքը մարդ հավաքեց մեր սիրիալը, սիրելի սիրիալ, դավայ, ճան ազիզ ասը, բուլով ընդիկ։ А ты не скучала? Все эти воины из разных родов, но все они желают избавиться от Брэддека. Абинаки, Делавар, Шони. А ты? За кого ты сама? За себя. Что я должен делать? Помоги научить остальных. Пойдем. Едут. Все в порядке, сэр? Просто ловлю мгновение. Многие удивляются, зачем мы рвемся на запад. В дикие, чужие, необжитые края. Они не всегда будут такими. Когда-нибудь нам станет тесно здесь. И этот день придет очень скоро. Нашему народу нужно место, чтобы процветать. Нужно больше земли. Սրանք ման են գալի, էլի տեղ են ման գալի. Էսի չգրաված հողերը, սա, ռոմտիրը, սրանք ուզում են իրաստարը կորը. И стараются нам помешать. Они вторгаются в наши края, ставят форты, заключают союзы, чтобы потом затянуть петлю у нас на шее. Но этому не бывать. Мы разрубим ее и выставим их вон. Вот зачем мы едем. Предъявить ультиматум, пусть уходят или умрут. Вот ты смотрел. Стой. Мало уничтожить экспедицию. Нельзя упустить и Брэдека, иначе он вернется. Я переоденусь одним из них и подберусь к нему. Твое нападение их отвлечет, и я нанесу ему смертельный удар. Ждем знака. Они впереди. Просто чай. Так мы не скоро доберемся до дюки. Убейте! Али. Карвенг? Али, син че карвенг? Вай, есть син. Лю, спаси. Да ты увелер, волен схопес. Али, я сразу террасен. Դե ընդեղ էտ լխկի արա բան չեմ տենում է ոշկար։ Այդեն ծարա ճակատիկ մեջ հմտիկի ծակարի։ Համբա լուհի։ Մա մենք պետք է փոխվենք ուրիշի ֆորմով հակնենք, ըհը հակնենք։ Խոսակցություն գնաց էլի դրա մասին։ Убейте ополченный визбегая стычек. Как можно?
Можно считать этот лес домом. Грязь, мать. Отбросим французов, на севере можно будет поживиться. Слишком суркнул нам, блин. Рад был служить. Сэр? Яска. Эдвард. С этой стороны дула все видится иначе, да? Берегись! Куда же ты, Эдвард? Nå vil løse alle og riknet ut på uke. Er det vazi? Din kjøsum vazatsen. Что ты трус, Эдвард? Что же ты? Какая дерзость! Я всегда знал, что она тебя погубит. Она погубит. Нет. Живей, пока он не ушел. Поторопись! Я не заслужил это! Покара! Или же гнев вазом это висит? Караком гнев. Копаяли в чем я буду. За что, Хайдем? Твоя смерть — это ключ. Ничего личного. Ну, разве только отчасти. Ты в самом деле давно докучал мне. Мы с тобой были братьями. Да, когда-то. В прошлом. Думаешь, я забыл все твои грехи? Сколько невинных жертв. И ради чего? Прорубая мечом путь к развязке, мира не сберечь. Нет. Если бы мы все больше полагались на меч и убивали чаще, мир был бы куда лучше, чем есть. В данном случае согласен. Прощай, Эдвард. Свою часть сделки. Надеюсь, ты выполнишь свою. Идем. Ты что тут такой банальный лук? Нет.
разочарован? Я думал, это ключ. Здесь должно было быть что-то. Только эта комната. Я ждал большего. Что они значат? Это история Ютидзон. Что дала этому миру форму, чтобы здесь была жизнь. Путь ее был долг, труден и опасен. Но она верила в своих детей и в их силу. И хотя она давно покинула мир, ее глаза глядят на нас. Ее уши слышат нас. Ее руки ведут нас. И ее любовь дает нам силу. Ты была ко мне очень добра, Дзио. Спасибо. Я... Мне пора. Դե լավ, ժողովուրդ ջան, եկեք այսքանով ավարտենք մեր վիդեոն։ Շնորհակալություն, որ դիտեցիք, նայեցիք, ասում եմ դիտեցիք, հա։ Ուրեմն, կհանդիպենք մյուս մասում, հաջորդ մասում, ժողովուրդ ջան։